Ваша, как вы достигли этого? Вот девушка с длинными волосами, да, на втором виде. Как вы достигли этого? Ну как вот вы светло вспомнили светлую память? Как вы достигли этого? Я закрыла глаза, просто увидела улыбающийся. Увидели улыбающийся. Сколько у вас отношения длятся? Полгода. Полгода, садитесь. У кого длятся несколько лет и светлый облик? Поменьше уже рук. Как вы это добились? Невозможно. Невозможно. Мой человек. 20 лет. Сколько живет? Все, тогда все понятно. Возможно. Просто 18 лет прожить с человеком, начинаются отношения. Но их можно начать раньше, с помощью внутренней жизни. Вот смотрите, сейчас я вам объясню, о чем, почему я так требователен сейчас к аудитории. Сейчас объясню. Потому что мы не живем этой жизнью совсем внутренней. У нас нет отношений. Мы друг от друга что-то хотим. Понимаете? Вот это отношение, ощущение «мой человек». Ну, есть исследования ученых в области семейных отношений. Они показывают, что оно возникает от 8 до 14 лет совместной жизни. Где-то происходит вот этот этап, когда ты понимаешь, что это мой человек. До этого момента много сомнений. Да, верность, она рождает глубокие отношения в сердце. Сама по себе она рождает. Серебряные свадьбы, не гаснущий костер. Серебряные свадьбы, душевный разговор. Но вот сегодня мы с вами будем говорить о душевном разговоре. Дело в том, что душевный разговор ведь не проводится просто сели рядом и начали душевно говорить. Душевный разговор, потому что когда мы сели рядом и начали говорить, действует карма. Когда я смотрю близкого человека, в первую очередь, что всплывает? Трудности отношений с ним, обиды. Я пытаюсь ему объяснить, как мне тяжело с тобой. Так это обычно бывает? Так. Вот, или просто я хочу им наслаждаться и говорю, давай не будем говорить о трудностях, давай будем балдеть. И там обнимаемся, целуемся, все. Это тоже не душевный разговор, просто развлекаловка. Вот теперь давайте подумаем о душевном разговоре. Душевный разговор производится наедине с собой. Человек садится перед чистой личностью, перед святым человеком или священным писанием, или святым именем. Я говорю это, перечисляю все время, потому что люди в разных культурах, традициях сейчас находятся. Человек начинает со святостью разговор свой. Он говорит, я хочу жить для тебя, служить тебе. Пожалуйста, дай мне возможность строить возвышенные отношения, чистые, с моим мужем или с моей женой. Первое, что возникает, проблема возникает, обида, допустим. Ты начинаешь дальше молиться Богу, первый этап. Ты начинаешь понимать, что это твоя проблема, а не проблема этого человека. Потому что когда люди не строят внутренние отношения, всегда они считают, что проблема исходит от него, а не от меня. Вот есть между нами трудность, всегда люди, которые не молятся, считают его проблемы. Люди, которые молятся чуть-чуть, они знают, что это не его проблема, а моя. У них приходит это в сердце знание. Теперь вы скажете внутри себя, на мои слова ответите, Олег Геннадьевич, а у меня исключение. У меня исключение, это все-таки на самом деле у меня тяжелый случай, и это все-таки его проблема, а не моя. Его, Олег Геннадьевич. Значит, вы не молитесь. Возвращаемся к правилу номер один. Если вы молитесь, то это становится потом вашей проблемой. Когда внутренние отношения устанавливаются, истина высвечивает отношения, она высвечивает правду. Правда для каждого человека такая. У меня есть проблема в отношениях с этим человеком, у меня. А то, что у него там есть, это его проблема. Это меня не касается, у меня есть моя проблема. Я должен с ней работать. Работа с отношениями начинается вот здесь, в этом сердце, а не в том. Мы хотим в том все поменять, а надо менять вот здесь, в этом. Итак, это значит, что сила света осветила мою грязь в отношениях. То есть вот этот канал, грязный канал отношений стал ясным, и я начал работу. То есть я понял, проблема моя, то есть приступил к работе. Первый этап работы означает понять, что есть проблема. Я понял, у меня есть проблемы. Это в результате молитвы происходит. Слушайте дальше, что происходит.
Человек начинает дальше отношения со святостью строить в своем сердце. И в результате этих отношений он начинает чувствовать, что проблема становится меньше. Как будто бы между нами мостик другой становится, более светлый. А потом дальше, что этот человек чувствует? Он начинает чувствовать, неожиданно узнает, что этот человек, с которым он живет, другой. И знаете какой? Первое, что происходит, когда человек прорабатывает отношения и устанавливается внутренние отношения с близким человеком, возникает такой эффект, что этот человек на самом деле такой, каким я его видел в первый раз. Потому что когда люди встречаются только первый раз, высшие силы высвечивают самое лучшее у них друг по отношению к другу. Они видят самое лучшее друг в друге. И потом, когда человек внутренней жизнью живет, он опять с помощью молитвы и правильных отношений начинает видеть самое лучшее в близком человеке, в сердце его, начинает видеть самое лучшее. Это очень тяжелый труд нужен, чтобы увидеть. Сначала вот тебе будет казаться, что это не так. А потом, когда ты вспомнишь, увидишь самое лучшее в нем. Некоторые вообще думают, что у нас не было такого, как вы говорите, Олег Геннадьевич. У нас не было ничего такого. Не было такой уж возвышенной любви. А вот потом, когда вы помолитесь, вы вспомните, что было, что есть такое вот. Что он вот такой человек, хороший человек, глубокий, чистый, светлый. Дальше что произойдет? А дальше произойдет то, что этому глубокому, чистому и светлому человеку, когда ему выпендриться захочется перед вами, ему будет тяжело это сделать. Он может это сделать, но потом ему будет тяжело, потому что вы установили с ним чистые отношения. Это значит, что вы защищены этими отношениями против кармы. Потому что ваша же карма заставит его потом вас оскорбить. Но так как у вас есть уже защита божественная, так как вы божественную силу внутри себя ввели и отношения божественные относили с родственниками, установили, то что произойдет? Карма будет пытаться вас помучить, а человек, который с вами связан уже любовью вашей, он будет сопротивляться этому. Ему будет тяжело, как бы. Он будет чувствовать, что он что-то не то делает, начнет раскаиваться. Вот для того, чтобы так жить, нужно трудиться над отношениями. Этот труд происходит рано утром, когда человек ставит перед собой святыню и начинает служить ей. Я хочу жить для тебя, я хочу жить твоими заповедями. Пожалуйста, займи меня служением в себе. И когда человек так молится, настраивается, повторяет 1000 раз одно и то же, через полчаса, 40 минут в его сердце появляется счастье. Кто из вас сегодня утром это сделал? Поднимите руку. Счастье появилось? У кого не появилось? Ну, смотрите, чего вы боитесь? У кого не появилось? У вас не появилось. Сколько вы это делали по времени? Да. 30-40 минут. О чем вы думали? Знаете, что надо делать в это время? Плакать. Душа должна плакать. Я хочу тебе служить. Я не хочу думать о родственниках, я не хочу думать о проблемах. Я хочу служить тебе, святыне, потому что я знаю, что ты спасешь, поможешь мне. У вас не было вот этого усилия внутреннего. Вы просто поддавались тому, что приходило в сердце. В сердце приходили проблемы, в сердце приходили трудности, и вы думали об этом все это время. Это усилие создается желанием. Вы желаете. Если бы вы желали, тогда бы все поменялось. То есть вы не почувствовали вот этого счастья в сердце, так? Теперь смотрите мне в глаза. Я хочу, чтобы у вас были отношения со святостью. Вы не вот так не делайте ничего, просто смотрите. Я хочу, чтобы у вас были отношения со святостью. Пожалуйста, Господь, сделай так, чтобы вы выполняли его наставления, жили для него. Пожалуйста, Господь, сделай так, чтобы вы жили его наставления. Пожалуйста, Господь, сделай так, чтобы вы жили его наставления. Пожалуйста, Господь, сделай так, чтобы вы жили его наставления. Пожалуйста, сделай так, чтобы вы жили его наставления. Пожалуйста, сделай так, чтобы вы жили его наставлениями. Пожалуйста. По
Почувствовали? Видите, я очень настойчиво просил, а вы так не делали. В этом заключается разница. Все. Больше нет разницы. Мы очень настойчиво просим что-то для себя. Но в служении мы не очень настойчивые люди. Понимаете? Мы не хотим жить для кого-то. И в этом мы закончили на этом тему нашей беседы. Мы очень склонны жить для себя. Почему? Потому что такова природа ощущения себя как личности у человека. Изначально мы родились на этой земле, чтобы жить для себя. И во всех священных писаниях говорится, что это является камнем преткновения. Все виды страданий, которые человек получает в своей жизни, только потому, что он очень сильно нацелен жить для себя, хоть сам этого и не понимает. Особенно часто, когда люди говорят: «Олег Геннадьевич, но я вообще для всех готова, я все как бы для всех делаю и страдаю. Почему?» Ответ знаете какой? Потому что ты ни хрена не понимаешь на самом деле своего настроя. Ты просто выпендриваешься, делать вид, что ты для всех живешь, а сама на самом деле думаешь только о себе все время. Как меня люди не любят, как меня не понимают, как обо мне не заботятся. Это просто все рисовка. Рисовка. Потому что человек на самом деле не имеет такой силы жить для других. Вот как у женщины это хитро работает. Она живет для родственников, это факт. Почему? Потому что так устроено, что она, когда живет для родственников, она, когда им становится лучше, получает от этого удовольствие. Ну, то есть это такой способ работы эгоизма. Женщина получает удовольствие, когда она, допустим, мужа накормила, он успокаивается, ей хорошо становится. Потому что если она не накормит, он ее придушит. Это все это так работает, эгоизм женский. Она его накормила, говорит: ну, слава Богу, все. Нормально. Вот, спокойненький сидит, тепленький. Слава Богу, все хорошо. У нее настолько чувствительно сильная женщина, что ей очень трудно, когда кто-то в доме голодный, ей очень трудно жить в этом доме. И надо, чтобы все сытые были. И когда кто-то не спит в доме, ей трудно заснуть. Правильно я говорю? Она всех усыпляет, потом думает: ну, слава Богу, теперь можно спать спокойно. Так она для себя живет, получается, тоже. Но это делает только для себя. Все. Тоже эгоизм. Он такой хороший эгоизм, классный. Но тоже эгоизм все равно. Так устроила природа. Итак, что же такое не эгоизм? А это то, что нам не принадлежит. Все священные писания говорят, что если человек хочет научиться жить счастливо, то есть жить самозабвенно, забыть про себя, это возможно только в отношениях со святостью. Человек не может это сделать сам по себе просто, и все. Поэтому мы говорим: я хочу жить твоей жизнью, пожалуйста, займи меня в служении. Когда кто-то нас занимает служение, вот смотрите, допустим, вы что-то делаете для меня, в этот момент чья карма работает? Моя? Вот вы, допустим, все, вы предались, вы слуга, да? Полностью все делаете для меня. Чья карма работает? Моя, ваша не работает. Вот, допустим, ребенок, он кто такой? Он человек, преданный родителям. Маленький ребенок до 7 лет полностью предан своим родителям. У него нет своей жизни. Хоть он и бегает, прыгает, но он подчинен родителям, поэтому у него нет кармы, она не действует. Все, что он получает от жизни, он получает от судьбы родителей. Его собственная карма не действует в это время. Точно так же человек, который подчинил себя высшему какому-то святому человеку, допустим, или священной книге, да, у него кончается карма в этот момент. Его судьба не может действовать на него. Он живет под влиянием божественной силы. Это называется божественная защита, высшая защита. Когда человек просто своим желанием: я хочу жить для себя, уже достаточно. Это не значит, что вы уже так живете полностью. Это значит, что вы направили свой разум в этом направлении. Какой-то путь надо пройти, но с первых шагов уже легче. Видите, я за вас попросил, вам уже легче стало. Не значит, что и завтра вам будет легче, послезавтра. Через 5 минут уже все забудется. Но идеи в этом нет, не забывается. Ну, значит, у вас... А? Все? Хорошо? Это говорит о вашем уровне просто, и все. У вас хороший уровень уже проработанный, значит, внутренней жизни. Мы говорим сейчас о внутренней жизни. Понимаете? Внутренней жизни.
практически ни у кого из нас толком ее нет. Причина заключается в том, что у нас идет неправильное развитие. То есть сейчас человек по факту как живет? Он живет телевизором, радио, книгами. То есть внутренней жизни нет. Раньше, смотрите, люди, они с утра, телевизора не было, радио не было, не садились, внутренней жизнью жили. Понимаете? Днем перед едой, чтобы они знали, что кушать нельзя в настроении, в суете, надо сесть, помолиться, в это внутренние отношения войти, потом уже кушать. После еды они тоже так же делали. Понимаете, люди постоянно как бы корректировали себя с совестью. Внутренние отношения входили. И поэтому они жили счастливо. Сейчас мы себя никак не корректируем. Мы даже забываем просто подумать о том, как я живу. Вот многие люди, они даже не спрашивали у своего сердца, хорошо я живу или нет. Они просто живут и все. И боятся туда заглянуть. Это означает невежество просто, пустая жизнь. Потому что сердце же корректирует нашу жизнь. Каждый день можно помолиться и понять, что у меня за жизнь сейчас, как я живу. Первое, что почувствуете, это яд.